Привычка носить с собой фотоаппарат всегда и везде у Ивана Павловича Трушникова остается на протяжении более 50 лет. Не расставался даже в воздухе, когда прыгал с парашютом. Благодаря этой привычке ульяновцы теперь могут увидеть уникальные кадры с воздуха. Персональная фотовыставка «Земля-небо» фотографа-парашютиста открылась в музее «Метеорологическая станция Симбирска». Я 25 лет отработал в милиции участковым. Для меня это было вот прыжки при моей нервной работе. Выходишь за борт, рядом ни одного начальника, внизу облака, земля. Душа отдыхала лучше любого курорта. Первый парашютный прыжок Иван Трушников выполнил 25 января 1972 года на аэродроме Ульяновского учебного авиационного центра ДСААФ СССР около Белого Ключа. Тогда он учился в 10 классе средней школы номер 55. Для Ивана Павловича это было как вчера. Помнит каждый момент стартового выхода за борт. Подошел, стою. Чисто так это, такого страха не было. Зимой все кажется близко, на фоне снега деревья четко видно, и даже провода видно на фоне. Высота 800 метров. И по плечу хлопнул, еще на него посмотрел, и я вышел на улицу. Почти с каждой фотографии Ивана Павловича на нас смотрят его коллеги-парашютисты. Для него всегда главные в кадре люди. Семёныч, Санька, Дамир. За каждым снимком своя история, своя судьба. Как и у людей, запечатленных на этих фото. Фотографии полны жизни земной и небесной. На счету самого автора выставки 907 прыжков. Крайний прыжок он выполнил в июне 2018 года на том же аэродроме около села Белый Ключ, что и в первый раз. Но наш герой надеется, что впереди еще будут прыжки. Лишь бы погода соблаговолила, пандемия не помешала и здоровье не подвело. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.